Внимание! Вы находитесь на территории городского лесничества. Ведется видеосъемка. Знакомьтесь, DJI Mavic – квадрокоптер нового поколения. И у него, как и у любой современной техники, одни лишь плюсы. Так, например, с высоты птичьего полета он способен разглядеть самое мелкое возгорание, найти черных лесорубов и определить их точное местоположение. От него невозможно спрятаться ни днем, ни ночью. По заранее заданной программе он способен обнаружить в лесу любое движение и тепло, и при этом сам останется незамеченным. Да, возможность отключения полностью всех опознавательных огней, малошумные винты, то есть мы можем подлететь к нарушителям незаметно и снять все их действия на видеоносителе. Этот дрон сэкономит время лесникам при обнаружении конкретного места возгорания в лесу, а видеофайлы, полученные им, могут быть использованы в суде в качестве доказательной базы против черных лесорубов. Доказательная база здесь будет, если зафиксировал, то здесь уже никак его никуда не денешься от него. Поэтому здесь, конечно, а ущерб бывает и 5 миллионов, 3 миллиона от черных нарушителей. И разные ущербы бывают. Поэтому здесь, конечно, цены-то не сопоставимы с лесонарушением. Это чудо техники приобрели в прошлом году. Его стоимость почти 300 тысяч рублей. При этом, как говорят специалисты, от своих более дорогих аналогов он ничем не отличается. Отметим, что также в арсенале лесников есть и переносные камеры, которые уже установлены на дорогах в лесных массивах. Екатерина Листратова, Андрей Дармаев, Новости дня.